Добрый вечер, мои дорогие, решила. Я знаю, что у меня были в морозилке хинкали. Я тогда сама сделала манты хинкали. И думаю, дай-ка я их поем. Забыла, пожру, да? И отварила. Не знаю, половинка. Там еще две штучки, но у них сломалась вот эта пипка, пока я расколачивала их от тарелки. Чай. Захотел чаю с лимоном сладкий. И хинкалы. Тут что-то бульон, или может уж они лопнули, конечно, но они замороженные были. Ну, извиняюсь. И знаете, с чем я хочу? Я хочу вот с этим. Ну, прям течет с них, течет все. Кетчупнезом. Течет. Сок. Вкусно, обалденно. В общем, хинкали у меня получается лучше, чем манты. Я их просто отварила. Ладно, экономлю на салфетках. Ну, как всегда. Может, жизнь не принесла. По-русски. Ой, горячо. Вилочка культурненько. Вкусно. Надо тесто еще прикупить. Ну как пельмени. Ну только большие. А еще бы хлебушком ржаным отравиться. Вообще бы было обалденно. И вот маленечко с дырочкой. И все с перчиком. Тут уже и то есть. Бульончик-то. В общем, мне больше хинкали нравится. Ну, по моему приготовлению. Вот это, знаете, наверное, почему не едят. Не потому, что там теста много. Потому что это берется руками. И как-то считается, не есть хорошо. Но обалденно вкусно. Не знаю, дожрать все. Ведь завтра они будут невкусные. Или попозже. Пока вроде насытилась. Ой. Больших три хинкалина. Можно было и с хлебушком.
Так что покупайте тесто в Магните, в Пятерочке и лепите. Быстро, сердито и дешево. Ой, нос чешется. Пора напиться. Пошла я. В общем, все, всех обняла, дорогие мои. Спасибо, что вы у меня есть. Чмоки, чмоки. Всех обняла, ваша Наташа. Пока-пока.